Сборная России одержала уверенную победу в четвертьфинале чемпионата мира. Автор дубля Гамид Шахбанов. Расскажи, пожалуйста, как складывался сегодняшний поединок? Ну, я думаю, что мы полностью доминировали на поле и, соответственно, добились должного результата. Выполнили установку тренера держать мяч внизу, абсолютно не давать вверху и играть по первому мячу, по длинной передаче. Даже может где-то оставлять свободного игрока края, но сужать середину, зону подбора, потому что они все под длинную и под сброс. Думаю, вот главную задачу выполнили и за счет класса обыграли их. А есть ли какое-то внутреннее противостояние в команде, поскольку сегодня все 5 мячей забила вторая пятерка? Да нет, мы все делаем общее дело, даже таких мыслей не проскальзывало. Мы единая команда, мы сбьемся за страну, за Россию и матушку. Спасибо огромное, с победой. Максим Каплин, наш человек в судейском корпусе чемпионата мира. Ну, вообще, несколько слов о том, что здесь происходит в Португалии, в Лиссабоне. Ну, впечатления потрясающие, атмосфера футбольная стоит, особенно на матчах португальской команды. Вот, поэтому, ну, не знаю, я очень доволен, счастлив и благодарен, что здесь оказался. Ну, сегодня наблюдал ты за противостоянием и в 1/8, и в четвертьфинале. Несколько слов по игре сборной России. Я рад, что наша команда вытерпела в 1/8 финала. Мне кажется, это была самая сложная игра для них на турнире. Они быстро повели ребята. В какой-то момент, возможно, чуть-чуть подрасслабились, чуть-чуть опустились назад, их наказали. Но самое главное, что они проявили характер, вот, и вытянули этот матч в серии пенальти. Получил ли ты назначение на финальный день? Ну, пока окончательного подтверждения нет, но вроде бы я должен судить полуфинал. Ну, желаю хорошо отработать полуфинальный матч и потом поддержать сборную России. Спасибо большое. Я тоже желаю нашей сборной победы.